Вы в курсе, что Сочи – самый спортивный город мира? И не только потому, что здесь прошли Олимпийские игры. Спортивная жизнь курорта на сегодняшний момент более чем активна. Горные лыжи, единоборства, хоккей, фигурное катание, приключенческие походы, появился на курорте экстремальный кайтсерфинг. Здравствуйте, это программа «В курсе», я Инга Габейша. Здесь мы говорим на самые разные темы, но главное о том, чем живут сочинцы. Наш гость сегодня – заместитель главы города Сочи, директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Юрченко. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. В Сочи заметно вырос интерес молодежи к физической культуре и спорту. Наверняка это связано и с Олимпиадой, стимулом послужила и другая сотня спортивных событий города. Ну, в первую очередь, конечно, мы понимаем, что такие большие грандиозные события спортивные, как Олимпийские игры, как Формула-1, как множество еще других чемпионатов мира, чемпионатов Европы, кубков различных, прошедших в городе Сочи, это является единственным основным стимулятором для того, чтобы молодежь пошла и занималась спортом. Мы в городе имеем 27 учреждений спортивной направленности. В принципе, культивируется в этих учреждениях 74 вида спорта. Занимается у нас уже достаточно около 19 тысяч деток наших. Именно занимаются на постоянной основе в спортивных учреждениях. Мы говорим 27 учреждений, это из которых 24 муниципальных учреждений и 3 в городе Сочи являются Краснодарского края учреждения. И интерес, безусловно, он вырос и будет расти, поскольку город Сочи подняли планку. Мы имеем теперь такой статус спортивного города, самого спортивного города, который на конвенции «Спортаккорд», которая проходила также в Сочи в апреле этого года, нам было присвоено это звание. Ну и, безусловно, после таких, извините, наград и побед, то нам необходимо расти. Каковы последние самые заметные достижения сочинских спортсменов? Вот, может, где-то кто-то победил? Ну, конечно, хотелось бы отметить, у нас есть звездочки, так называемые, и это Анненкова Ирина, художественная гимнастика. На прошедшем 2014 году Олимпийских юношеских играх она заняла первое место. И в том же году она стала трехкратной чемпионкой Европы, поэтому это достаточно серьезный спортсмен, который мы хотим и видим в ней большие перспективы. Потом у нас есть Вячеслав Яркин, тяжелая атлетика. На тех же юношеских Олимпийских играх он занял второе место, привез серебро нашему городу, соответственно, нашей стране. Потом поддерживает он стал чемпионом Европы и чемпионом России уже в этом году. Дальше можно сказать о наших футболистах. Да, конечно, они не достигли такого уровня, как Олимпийские игры, но тем не менее на губернаторских соревнованиях краевых мы получили первое место среди детей 2000-2001 года рождения. И мы получили на Южном, Северно-Кавказском округе, получили первое место. Это все в 2015 году. Именно наш центр по футболу. Ну, я думаю, что наши юные сочинцы могут уже равняться на своих земляков, да, они на ту же Кабаеву или... Безусловно, уже нужно равняться на своих земляков, поскольку когда ты тренируешься плечом к плечу с такими уже именитыми спортсменами, пусть и юношеского возраста, то это достаточно сильно. Ну и спортивные площадки у нас открыты в городе. Какими видами спорта там могут заниматься? Ну, скажем так, у нас спортивных площадок сегодня 180, ну, независимо от того, какие-то на ремонте находятся, какие-то в постоянном режиме используются. Каждая спортивная площадка в каникулярный период, это в летний период, она используется. Выставляются инструкторы и как бы привлекают молодежь, привлекают детей. А смысл этого всего не для того, чтобы именно в этот период ими заниматься, скажем, даже для того, чтобы они нигде там не ходили в других местах. А основная эта задача этих работ спортивной площадки – это привлечь детей в спорт. Это объяснить молодежи о том, что здоровый образ жизни лучше, чем нездоровый образ жизни. Поэтому выставляем на каникулярный период. У нас площадки работали все лето. И на каждой площадке работали инструкторы. А сейчас? Нет, в зимний период не работает, поскольку сейчас учебный процесс идет в школах. Дети в школах находятся. И
И в этот период как раз у нас работают все наши учреждения спорта. А есть ли у нас учреждения, спортивные объекты, которые вот адаптированы для людей с инвалидностью? Ну, в первую очередь, все объекты, которые были построены к Олимпийским играм, это спортивные объекты, они все адаптированы. Более того, учреждения спорта, которые имеют свои базы, спортивные базы, они приводят все свои объекты. Не, конечно, не приведены еще все, но, скажем, маломерными шагами мы идем к этому, чтобы привести все объекты. Но, более того, у нас же есть центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Mm-hmm. И этот центр как раз именно обеспечивает занятия спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидами. И там, безусловно, этот центр был создан для того, чтобы обеспечить полное взаимодействие с этими людьми, как в культурной жизни их, так и в спортивной жизни. И, конечно, никто не поведет на площадку неадаптированную из этого центра, если ты там находишься. И у нас достаточно большое количество уже тренируется в этом центре, он работает уже почти 4 года. Угу. Это уже разные виды спорта, да? Абсолютно разные виды спорта, но это спорт больше связан к адаптации по уровню инвалидности, угу. по форме инвалидности. Угу. Но любой спорт высших достижений, он начинается с банального интереса к мячу, к клюшке, к парусу. Как сегодня построена работа по привлечению детей в эти спортивные секции? Ну, скажем так, работа построена по тому же принципу, который был создан еще при Советском Союзе. Угу. Мне кажется, на тот период это достаточно было уникальнейшие возможности. И, в принципе, пропаганда спорта, она должна оставаться не хуже того уровня. Сейчас расскажу о том, что мы в дальнейшем придумываем, но и то, что у нас есть. Угу. Мы имеем, конечно, это фестивали различные, которые проводим как с дворовыми командами, которые собираем. Это спартакиады мы проводим. Мы проводим спортивные физкультурные мероприятия среди некоторых районов, среди учреждений различной направленности, среди предприятий различной направленности деятельности. И, конечно же, новое ноу-хау, которая, вернее, хорошо забытая старая ноу-хау, да, мы вносим, мы хотим с 1 декабря внедрить новый проект, это «Спорт для всех». Угу. Этот проект предусматривает возможность занятия физкультурой, в первую очередь, для всех желающих, примерно по месту своего нахождения. Угу. Мы определяем несколько тренировочных мест, начиная от Адлера, заканчивая Лазаревским районом. Определяем, в том числе это сельские поселения, где по расписанию будет приходить тренер-инструктор угу. и проводить спортивные мероприятия. Это будет банальный бег, это банальные упражнения гимнастические. На теннисных кортах мы будем проводить мастер-классы и дать вообще возможность бесплатно всем на безвозмездной основе заниматься спортом. Угу. Попробуем, сделаем пилотный проект. Попробуем месяца 3, посмотрим, если интерес у жителей будет, то, безусловно, этот проект оставим и пойдет дальше. Также мы внедрим, как это было уже раньше, возможность позаниматься боксом в пляже Ривьера. У нас будет на постоянной основе, там, в определенные часы, тренер по боксу, который будет находиться со своим инвентарем там. Поэтому информацию, которая, где и когда можно будет позаниматься спортом, мы, конечно, доведем до всех путем следующим. Это интернет-сайт Департамента физической культуры и спорта. И издадим уже в декабре первый журнал «Вестник спорта Сочи». Этот журнал мы распределим по всем общеобразовательным учреждениям. По возможности просто будет зависеть от тиража, каким образом мы это будем раздавать. Но тем не менее, при возникновении любого вопроса мы готовы принимать в департаменте, всех жителей приходят, пусть мы расскажем, где это возможно сделать. Департамент наш находится на курортном проспекте 53, поэтому милости просим, пожалуйста, в любое время. Здорово. Ну вот проводится масса международных, всероссийских мероприятий, но вот именно городских, которые и в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта проводятся, вот именно таких наших. Ну я скажу так, если мы говорим о крупных массовых, это, как правило, это спорт высшего мастерства уже. Угу. Да? У нас таких проходит мероприятий, всего в городе проходит значимых более 200 в этом году. Из них около 100 именно спортивных. Угу.
Это как чемпионаты, как я сказал ранее, России, Кубки России, Европы, Кубки мира и так далее. Но, безусловно, развитие массового спорта, детского в первую очередь массового спорта, оно основывается на муниципалитете. И проводит администрация Сочи, департамент физической культуры и спорта, вот в этом году 940 спортивных мероприятий. 940, в следующем году мы планируем 1000 провести. Потому что есть какие-то бюджетные, есть безбюджетные, есть достаточно минимизируем бюджет. Нам хорошо помогают некоторые фитнес-центры. Именно помогают не материально, они помогают, оказывают нам содействие. В том числе мы сейчас их привлечем к тому проекту «Спорт для всех» с инструкторами. Нам хорошо помогают меценаты спорта, которые любят спорт, развивать хотят в этом городе спорт. Они оказывают содействие в приобретении, может быть, какого-то инвентаря, в возможности там, ухода за спортивной площадкой и так далее. И тем самым у нас получается возможность проводить такое количество мероприятий. Если мы говорим о 1000 мероприятий, то примерно представим, это 2,5 мероприятия в день. Ну, зачастую все-таки спорт не дешевое удовольствие для родителей. Вот в каких секциях, вообще чем можно у нас в Сочи заниматься бесплатно? Ну, вот когда я сказал о том, что у нас работает 27 учреждений спортивной направленности, из них 24 муниципальные, безусловно, это все учреждения бесплатные. Но здесь должно быть понимание у всех. Есть муниципальное задание. Что такое муниципальное задание? Оно основано на государственных стандартах развития физической культуры и спорта среди молодежи. Эти государственные стандарты определяют несколько стадий развития спорта. Начинаются эти стадии с элементарных вещей. Это начальная подготовка. И завершается это уже высшим спортивным мастерством. Вот если мы говорим о начальной подготовке, то ребенок может прийти, сдав специальный норматив, будет зачислен он, соответственно, в учреждение по тому виду спорта, который ему понравится, и по которому он сдаст норматив. Это будет безвозмездная основа. Но в том случае, если он попадает в категорию возрастного ограничения, это, то есть, допустим, у нас есть, культивируются виды спорта, так называемые, это бокс, это дзюдо, это борьба. Там, как правило, набор идет по госстандарту с 9 лет. Поэтому если у родителей появилось желание привести своего ребенка до 9 лет, то здесь уже работает система оплаты. Что такое оплата и куда уходят эти деньги? Да, значит, во-первых, у нас система оплаты работала до этого года только в двух учреждениях. Это теннис и художественная гимнастика. С 2016 года, вернее, уже в 2015 году мы внедряем и в 2016 уже поставим более на поток, практически во всех направлениях. Но это, еще раз повторю, не означает, что кто-то пришел, ему сказали, нужно заплатить. Если ребенок приходит и попадает в группу в соответствии с государственным стандартом возрастного ограничения, никто ему не может сказать о том, что он должен заплатить деньги. Категорично таких случаев быть не должно. При наличии подобных случаев, обращаюсь к вам, уважаемые граждане, вы можете обращаться лично ко мне с конкретным фамилиям тренера или руководителя учреждения, который предложил вам это сделать. Далее. Заработная плата складывается из платных услуг тренера, поскольку идет дополнительное образование ребенка. Складываются коммунальные услуги, обеспечение инвентарем и так далее. Вот, допустим, приведем пример. У нас сегодня в городе Сочи контингент состоит из 9000 учащихся, из 18 тысяч. Так вот, это практически все желающие и возможности, которые предоставляет сегодня муниципальное задание, которое профинансировано муниципалитетом. Сверх этого задания, а именно сверх возрастного контингента, возрастной группы, мы можем принимать средства, тем самым определяем себе возможность содержать то же учреждение, поскольку полным рублем не может бюджет, не любой бюджет, мы говорим, от федерального до местного содержать учреждение спорта. Далее. Учреждение может культивировать несколько видов спорта, которые
бесплатно, угу. которые являются действительными видами спорта. Но также учреждение сегодня получило право внедрять дополнительные доп. Образовательные процессы, которые выставлять на платные услуги. Они никого не обязывают. Но при желании, пожалуйста, допустим, мы занимаемся, к примеру, выставляем художественную гимнастику, тут же выставляем тэквондо и говорим, кто хочет, пожалуйста, можете заниматься тэквондо. Вот тренер, но это платные услуги. Хотите бесплатно, вот у нас учреждение, которое может на бесплатной основе занятия проводить тэквондо. Но хотите именно в этом учреждении, пожалуйста. То есть у каждого есть выбор, в том числе возрастной группы. Если тебе 13-14 лет, ты пришел в учреждение и говоришь о том, что меня не берут в это учреждение. Нет, есть у нас такие спортивно-оздоровительные группы. Это тоже этап. Угу. И он тоже бесплатный. Можно прийти и заниматься. Но ты понимаешь прекрасно, что на спортивно-оздоровительной группе ты не тренируйся по государственным стандартам. Ты не входишь в эти госстандарты. Угу. И в дальнейшем, для того, чтобы получить какие-то показатели, для того, чтобы получить разряды и так далее, тебе в любом случае нужно начинать с начальных этапов. А если тебе уже 13-14 лет, то, безусловно, ты на начальных этапах только можешь быть в бобслее. Там с 12 лет начинать тренироваться. Вот, кстати, да, многие секции берут детей 6-7 лет, или, как вы сказали, с 9 в секции единоборства. Но вот подростки, которым 13-14, они посмотрели на этот всеобщий интерес к спорту и тоже захотели. Да, они могут так же прийти. Многих не берут, потому что не перспективно. Вот абсолютно верно. Вот я же говорю, есть так называемый, вот когда я сказал этап, оздоровительно-спортивный этап, это по-простому группа здоровья. И когда тебе говорят, я хочу прийти позаниматься спортом, вот, допустим, единоборством каким-то, пожалуйста, ты можешь прийти заниматься бесплатно. Но с тобой не будет профессионально заниматься тренер. У тебя будет тренер, да, он тебе будет давать основы, которыми ты будешь заниматься на уровне 9-летних ребят. Ты должен в любом случае начинать с чего-то. Но ты не сможешь сразу попасть в команду этого учреждения. Но шансы есть. Конечно, есть. Если будешь заметен и ты сдашь нормативы, то тебя, безусловно, переведут. Это безвозмездная основа. А если ты просто хочешь грушу поколотить, то, пожалуйста, это платные услуги. Тут либо занимаемся спортом, либо здоровьем бесплатно, либо грушу поколотить, это можно заплатить. Ну, сейчас приближается чемпионат мира по футболу. Что нового появится в городе в связи с подготовкой к этому мероприятию? И как вообще наши сочинские футболисты планируют встречать мундиаль? Ну, я больше скажу, наверное, не только о сочинских футболистах, а вообще о горожанах. Горожане наши сегодня воспитаны уже на подготовке и встрече к Олимпийским играм. Это достаточно громадное событие. Чемпионат мира не менее увлекательное мероприятие. Тем более чемпионат мира по футболу. И, конечно, здесь немножко другой болельщик. Сам город в своей инфраструктуре, он, безусловно, будет подготовлен. Он уже готов. Но основные объекты, которые появятся, это центральный стадион «Фишт», который в настоящее время находится на реконструкции. Это будет 3 тренировочных поля, 2 в самом Адлере. И одно поле будет находиться практически в Олимпийском парке, на Горный тупик. 3 тренировочных поля в дальнейшем будут распределены после чемпионата мира по футболу. 2 из которых планируется передать муниципалитету, 1 останется у Министерства спорта России. Это уже, так скажем, наследие, о котором мы сегодня думаем. И эти 2 поля, безусловно, будут использоваться уже для наших сочинцев. Вот первый плюс. Второй плюс, когда появляется у нас центральный, а полностью обеспеченный стадион «Фишт», готовый принимать различного, самого высокого уровня футбольные состязания, здесь мы, конечно, говорим о том, что город выиграл, поскольку мы будем видеть там у нас в Сочи разного уровня первенства, турниры, товарищеские матчи по футболу, в том числе международные. А это уже привлечение, это воспитание уже по направлению футбола. И вот только вот эти все моменты, они и, возможно, в дальнейшем дадут импульс создать нормальную команду футбольную в городе Сочи. Это, чтобы всем было понятно, наличие футбольной команды – это очень дорогостоящее мероприятие, содержание команды.
бюджет, любой бюджет, не только города Сочи, не готов. И даже это будет неправильно, если будет бюджет содержать футбольную команду, поскольку какая-то часть горожан любит футбол, а какая-то любит баскетбол, а какая-то другое направление. И выделять только на футбол развивать, наверное, не совсем справедливо будет по другим видам спорта. А вот привлечь инвестиционную составляющую для нас было бы очень важно. Пока, к сожалению, у нас не получается найти в условиях сегодняшней экономической ситуации такого спонсора, который бы обеспечил жизнь футбольного клуба на постоянной основе. Не на год, на два, а на постоянной основе с его возможным развитием. Но, безусловно, с помощью Министерства спорта России эта работа будет проведена. Этот стимул, который и заряд, который дает нам подготовка к чемпионату мира, я думаю, что все-таки рано или поздно это клуб у нас появится. Но это мы говорим о клубе, именно уже о мастерах спорта. Что касается развития детского футбола, то, безусловно, для детей, спортсменов футбола, для них очень важно будет получить незабываемое зрелище, возможность, вероятную возможность познакомиться, автограф-сессию пройти с великими футболистами, посмотреть, где они тренировались, и почувствовать себя о том, что на этом поле, допустим, тренировался тот же Месси, и сегодня тренируюсь я на этом поле. Это громаднейшее подспорье вообще и возможности развития потом духовной, спортивной возможности развития непосредственно уже и становления как спортсмена большого уровня. Ну, футбол остается самым популярным все-таки видом спорта. У нас, по-моему, в Сочи десятки команд, да, детских? Нет, дело в том, что команд много, но дело в том, что футбол, он вообще сегодня самый популярный вид спорта в мире. И остается таковым уже достаточно большое количество времени. И, конечно, я же говорю, немножко и контингент, и зритель немножко другой, чем, к примеру, у художественной гимнастики там, или другого направления. Достаточно посложнее зрителю. Но, тем не менее, это игровой вид спорта, который удовлетворяет, в принципе, любые поколения, удовлетворяет и молодежь, и средний возраст, и старых, и женщин, и мужчин, поэтому объединяет. Футбол это вообще это игровой вид спорта. Любой игровой вид спорта он объединяет, он дает возможность прийти, расслабиться, посмотреть, порадоваться за ту или иную команду, поддержать в конце концов команду. Если есть твоя команда, еще и лучше. Ну и тем более в спортивном городе, наверное, обязана быть футбольная команда. Ну, я вам будем сказал, надеяться, да, что это рано или поздно произойдет, но мы не готовы сегодня говорить о каких-то конкретных сроках. В перспективе. Да. Да. И это здорово. Вам, Сергей Валерьевич, огромное спасибо за беседу. Активная пропаганда здорового образа жизни и внедрение спорта в массы делают свое дело. В прошлые годы Сочи занимал 20-е, 30-е места по развитию физкультуры и спорта в крае. Сегодня Сочи в лидерах. Будьте в курсе всех спортивных событий города и присоединяйтесь. Всего вам доброго.